Этот парень – пример для многих. В том, как радоваться жизни даже тогда, когда на это просто нет сил. Тем, кто не верит в себя, потерял здоровье и ищет самые разные способы забвения в трудных жизненных ситуациях. Никита Ванков во время прыжка с пирса получил тяжелейшую травму позвоночника. Но уже со второго месяца болезни он начал заниматься физическими упражнениями по системе Дикуля. Далее был пневмокостюм космонавта и огромное желание встать на ноги. Врачи такого прогноза не давали, а Никита не перестает удивлять их своими результатами восстановления и спортивными победами. Он пятикратный чемпион России по толканию ядра, принимает активное участие во всероссийских и международных соревнованиях по парадайвингу, успешно закончил автошколу и получил права в категории «Б». Никита – единственный инвалид из числа паралимпийцев, поднимающий штангу весом 60 кг. За огромное стремление преодолеть недуг, проявленную силу воли, целеустремленность, упорство, достигнутые спортивные успехи, Ванков Никита Александрович награжден именной премией губернатора Краснодарского края. А в звездном городке в Центре подготовки космонавтов анапчанину вручили памятную медаль Юрия Гагарина. Человеку даны неограниченные возможности, если он верит в себя. В номинации «За волю к жизни» награжден замечательный паралимпиец, первый парадайвер Анапы, человек яркой судьбы Никита Александрович Ванков.